Всем привет, друзья! Вы на канале «Пир есть». Сегодня приготовим барабульку. У меня наша, черноморская. Запечем ее в духовке. «Пир есть». Подписывайтесь, чтобы вкусно есть. Сегодня приготовим рыбку. На гарнир у нас будет картофель. Я его помыл и уложил в фольгу. Все ингредиенты, граммы, литры, миллилитры, будут в описании. Картофель отправляем в духовку. На час примерно. Это барабулька. Она обитает в Черном море. Еще ее называют султанкой. В море она обитает на глубине обычно 15-30 метров, а также встречается на глубине порядка 100-300 метров. Рыба невероятно вкусная. Предварительно я ее почистил от чешуи, помыл. Брюхо я не вскрывал. У нее нету пузыря, соответственно, горечи никакой не будет. Замаринуем рыбу. Для этого нам понадобится чеснок. У меня сухой. А также смесь. Это лимонный перец. Здесь немного соли, цедра лимона, а также свежий перец. Черный. Нам понадобится оливковое масло. У меня экстра вирджин. Перемешиваем очень аккуратно. Рыбка нежная. Самое главное, необходимо ее не повредить. Отставим в сторону, пусть она маринуется. На следующем этапе нарежем лук. Нарезка, возможно, произвольная, но мне нравится полукольцами. Лук у нас будет составлять подушку овощную вместе с морковью. Морковь у меня предварительно натерта. Здесь две средние морковки. На следующем этапе возьмем форму для запекания. Смажем ее оливковым маслом. На дно отправим лук. Равномерно его распределим. Первый слой — это у нас лук. Соответственно, его присаливаем немного. Далее отправляем морковь. Равномерно ее распределяем, а также немного присаливаем. Соль у меня морская. Солим по вкусу. На следующем этапе будем распределять нашу рыбку. Рыбу распределяем компактно. Если есть желание, можно всегда ее выложить очень красиво. Я, конечно, раскладываю, как у меня получается. Рыбку мы равномерно распределили. Также предлагаю использовать маринад. Он придаст дополнительный вкус нашей рыбке.
Хотел сказать, что данная рыба обитает в Черном море. А конкретная у меня из Крыма. На следующем этапе я добавлю немного лимончика. Ребята, посмотрите, это невероятно просто, очень полезно и по-любому вкусно. Отправляем нашу рыбку в духовку на 230 градусов порядка 20-25 минут. А тем временем, напоминаю, готовится наш картофель. Время приготовления порядка 1 часа. Аромат стоит дикий на кухне. Рыбка красивая, золотистая. Лучок с морковонькой тушится. Все как надо у нас получается. Скоро будем пробовать. О, наконец-то! Наша рыбка приготовилась. Какая она зажаристая. Прям так и не терпится ее попробовать. Для этого нам понадобится красивая тарелка. Белая будет идеально. Подхватим рыбку на подушке из морковки и лучка. Еще чуть-чуть рыбки. Для украшения буду использовать бальзамический соус. Наш картофель уже готов. Я его нарезал на порциональные дольки. А также очень пикантно будут смотреться у нас оливочки. Картофель я немного поперчу. Свежемолотый перец отлично будет смотреться. А также немного соли. Также, чтобы подчеркнуть остроту, добавим немного соуса шрирача. Друзья, поверьте мне, получилось невероятно вкусно. Это просто, дешево, и любой может приготовить также на своей кухне. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пир есть, можно поесть и очень-очень-очень вкусно. Всем пока, пока, пока.